Всем хоба, с вами Вова, добро пожаловать на новое видео по фан играм по бенди, по забаненным фан играм по бенди. Бенди and the ban машин, бенди and the hack машин, нелегальные скачивания, ну вы поняли. Фанатская игра по бенди, One Night at Bendy, Chapter One Good Friend, и тут русская озвучка, причем голос Lost Puff Play. Хотя оно не удивительно, игра ведь от Lost Puff Play. Так, ну здесь чернильная машина и статуя бенди, и чё? А, вентиляция, точно. Ясно. Короче, одна ночь с Бенди, хороший друг. Ну, глава первая. Тут других глав не будет, тут только одна будет, и то коротенькая, как во ФНАФе. И эту игру можно скачать на сайте с фан-играми по ФНАФу. Потому что эта игра является одновременной и фанатской игрой по ФНАФу, и фанатской игрой по Бенди. Но ее забанили за то, что за кражу текстуры по Бенди. Ну, текстуры Бенди. Текстуры Сэмми, Бенди и видоизмененные текстуры Алисы. И тут мы будем прятаться от аниматроника Бенди. Ну, как от аниматроника? Это обычный Бенди, только у которого из шеи будут торчать провода. Еще он тут очень активный. Хотя нет, тут у него нет никакого актива. Тут еще есть Сэмми и Алиса. И все, вроде бы. Никаких искателей, никаких мадно-мясников. Вот этих робота Бенди из 4 главы. Вообще эта игра вышла, когда только 3 глава вышла, и она появилась. Вообще это старенькая игра, она давно вышла. Но я решил только сейчас записать о ней видосик. И сколько мне еще тут ползти в этой вентиляции, я не знаю. Это игра от Lost Puff Play, ютубера, который также сделал игру Bendy and the Time Machine, Bendy и Машина Времени. Прохождение этой игры есть на моем канале, я ее уже снимал, и ее тоже, к сожалению, забанит Сиана Митли. Ненавижу его за это. И сразу извиняюсь за неполноэкранный режим и за вот эту гребаную надпись bandicam.com, которую я забыл выключить. Ну как выключить? Хакерским способом ее отключить навсегда. О, наконец-то. Так, запись идет, запись идет. Ну вот, тут надо закрывать двери. Control это фонарик, ясно. Тут надо вот этот power сдерживать. Так, чтобы чернильная Алиса нас не напугала. Закрывать дверь. Ну, короче, хардкор по полной. Так. Не, я не успел. Факич. Фак, я не успел. Сейчас скример будет, да? Сейчас будет скример. Я готов. Ну и? А где гейм-овер? Я чё, игру сломал? В смысле, я же смотрел прохождение по этой игре, тут... Время идет. Камон, я смотрел прохождение по этой игре, там ютуберы умирали как обычно. Ну, во ФНАФе вот этом, One Night at Bendy. Кстати, тут не 5 ночей, а одна ночь, да. Окей, ну давайте разглядывать в таком случае текстуру Бенди. Я не знаю, что тут еще можно делать. Запись идет. Это не баги никакие. Хотя да, это баг. Почему тогда в ютубе у других ютуберов там они получали скримеры, все game over. Game over, man. У меня тут ничего. Окей, допустим. Ага, 3М. Сколько мне еще ждать? Кстати, текстура очень проработанная. Красивая такая. Не, ну, наверное, я сломал игру. Потому что по-другому я это никак не могу объяснить, потому что, как бы, в других видео по One Night at Bendy там игроки умирали и получали гейм-овер. А тут я до сих пор живой, время идет, скример есть. Наверное, просто Бенди нас обнимает и все.
Обнимашки с Бенди, как это было с Спрингтрапом в третьей части ФНАФа. Да, кстати, тут тоже у него провода торчат, как у Спрингтрапа. Будет забавно увидеть One Night at Bendy IR, допустим. Хоть это и никогда не случится. One Night at Bendy 4. Ну, третью часть по этой игре я уже выпускал когда-то, но ее забанили. Я еще хотел сделать четвертую, пятую, шестую, седьмую части Ultimate Custom Night по Бенди. Может даже коллапс Lost Puff Play, который создал первую часть, сделать. Но не получилось, не фартануло, Митли все испортил. Он банит фанатские игры, тупо банит из-за того, что они существуют. Какие бы там текстуры ни были, краденые, не краденые. Вообще, эти игры бесплатные, почему их банят? О, все, 6М. И. Ну и. Идем, идем. О, здорово! Бенди. Добрый Бенди. Так, давайте тогда посмотрим экстра. Вот, Бенди, Modified Бенди, Инка Лиса, Чернильная Лиса и обычный Сэмми. Детали тут, текстуры. Ну, текстуры тут сделаны с нуля. Почему эту игру забанили? Эта игра интересная. А, вот так примерно и выглядит вторая часть этой игры. Точно так же, как вот эта мини-игра в первой части. Выглядит мило. Окей. Мой рекорд это 50 игрушек. Вот этих. Окей, ребят, на этом все. Если вам понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Это игра от Lost Puff Play. One Night at Bendy. На ночь с Бенди. Эта игра интересна чисто для фанатов оригинальной игры, поэтому я не понимаю, зачем ее забанили. Ну а с вами был Вова. Еще увидимся. До новых встреч.